Помогите мне, я в ловушке, окружен отребьями. О, нифига. Это знаешь, это бил бой века. Мы должны поучиться у него. Может быть, ему надо сюда прийти? Да, ему надо сюда прийти, блядь, красава. Походу, он что-то забаговался. Ой, ебать, ты что на меня падаешь? Ребят, всем привет. Вы на канале... Уа, блядь, сука. Ты чё, тварь? Я тут, значит, всем приветствуюсь, а ты, тварь, на меня нападаешь, да? Ребят, всем привет, вы на канале Nixon Sleep, и это Demon Souls, который мне просто не дает даже поприветствоваться с аудиторией, которая меня смотрит. Если вдруг кто-то смотрит, да, мы продолжаем играть Demon Souls, мы рыцарь Козлахай. Спасаем королевство Болетарию от демонов, которые его захватили, потому что наш король накосячил. В общем, собственно... Сразу к делу, почему я здесь нахожусь, а именно, я хочу дойти до дракона, который рядом с другим драконом стоит, там вроде есть какой-то проход, и там я не был, вот, и я туда зайду, посмотрю ту локацию и пойду дальше уже по сюжетке вперед. И, собственно, почему я здесь начал выпуск, так это потому, что вот эта нижняя херня, я вот здесь не был, я всегда подымался наверх. Но вниз я никогда не спускался. И вот сейчас я сначала убью часового, или как там его зовут, и рыцаря, чтобы они мне не мешались, а потом спущусь вниз. А то меня этот будет вот постоянно вот обстреливать, и вот этот рыцарь еще вот теперь. Надо вот, блять, надо их по-быстрому убить. Вот просто быстро, знаешь. Вот быстро, вот так вот, блять. Ну почти быстро, кстати, вот, можно сказать, с одного залпа я его убил. Да. А он далеко не самый слабый соперник, так скажем. Вот. Так, это заберем. Сейчас, подожди, вот это активируем. А, да, я пока шел, я не стал начинать серию с Нексуса. Я оказался в Нексусе в самом начале серии, потому что, ну блин, по этим дорогам мы уже с вами обходили их по 10 раз вдоль и поперек. Вот только в единичных местах не были, вот внизу и около дракона. Да, сейчас я спущусь. Сука, ты тварь, а почему у него фуловый хп? Или это другой лучник? О, у меня стрела в шее. Каким-то хреном. О, пропало. Так, а, нет, тут два лучника. Видимо, я этого не убил, не заметил его. А тут еще же один был, да, которого я скинул? Да, вот он. Ну, я и говорю, еще один, получается. Сейчас я его, все. Один удар и готов. Так. Так, там ничего с тебя не упало, нет. Ты пустой. Так, значит, мы спустимся. Сейчас посмотрим. Что здесь есть? Вроде в этом. В замке говорили, тут какие-то NPC ходят, обитают. Может быть, я сейчас повстречаю. Так, подожди, бля. Ты что ко мне идешь? Сука. Вот, блин, вот не так ударишь, и все. Вот этого вот так ударил, все правильно. А вот с тем какая-то херня. Ага. Ой-ой-ой-ой. Блять, да заебешь. Ты че, вот блин, обычно нежить, а вот дерется и бывает тут прям жестко как-то. Сука. Да, сейчас вот это съедим. И, собственно, тут какой-то тупик и ни хрена нет, какие-то чучела. И, а тут, ну, не, я вижу там какие-то противники, а ну к ним, по-моему, пройти нельзя. Хотя тут тоже какие-то комнаты непонятные. Или можно пройти, подожди. А можно пройти, лол? Ну, давай пройду. Я здесь не был, надо посмотреть, пройти, посмотреть, все обойти. Так, о, рыцарь, хорошо, так, подожди. Ну, с ним у нас сейчас будет... Или я здесь был, я не помню, по-моему, я здесь был. Что-то как-то... Вроде похожий коридорчик, а может и не был. Не, второго такого рыцаря точно я не помню. Вот, это, подожди, сейчас. О, блядь, жри быстрее. Ух ты, сука. О. О! Ой, блядь, как... А он сильный? Слышь, а он сильный так-то? Я ебу. Блядь, ты чё? Иди нахер, тварь. Не-не-не, он прям... Он нормальный такой. Он нормальный. Так, подожди, вот это вот. Да. Вот, мне этого хватит. У меня много травки, так что все путем, все нормально. 5 это и 1 стоит. Если что, я куплю еще, мне 2400 душ. Покупать пока что нечего больше. Все. Так, нет, туда не пойду пока. Туда не пойду, давай-ка вот здесь посмотрим, что тут. Или это все в один путь идет. Ага, подожди, нет, сначала здесь, так, я тут что-то вижу, да. Тут что-то есть.
И тут кто-то ко мне идет. Скимитар? А что такое скимитар? Какой-то скимитар? А, подожди, а что это такое? Ладно, не, потом посмотрим. Потом посмотрим, сначала вот этого убьем. Вот этого вот недруга, который... Он идет ко мне, да? Он идет ко мне, братан. Ну, давай, первый ударь. Так уж и быть. Да? И... Все. Все. Бомж! Просто 20 душ. Да. Ой, 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 какой крутой, блядь. Все. Вот и все. Блин. Я парирование, правда, тут юзать не умею. Оно какое-то непонятно. Вроде на букву К русскую, но что-то нет. Что-то как-то... Как-то непонятно. Он как-то щитом бьет? Или это не парирование, а просто бить щитом? Помогите мне, я в ловушке, я окружен отребьями. О, нифига. Давай. Давай, давай. Сейчас, подожди. Отребья, говоришь? Так, это отребья. Слушай, а... Да. Можно так вот? Ой, блядь. Да въебался, называется. Давай, давай, давай. Давай. Ой, ебать. Стой, 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 стой. Оп, оп, оп. Ну, бля, отребья. Вот отвечаю, вот настоящее отребья. Все, все, готов. А, ты не готов, подожди. Огонь, я не люблю огонь, потому что он может что-нибудь меня кинуть. А если он меня что-нибудь кинет, вот, блядь, он хочет кинуть такой. Дебил. А ты что, сам не мог справиться? У тебя щит, меч, ничего, да? Благодарю вас за мое спасение. Я острова Болитарийский. Примите это в знак моей благодарности. Латурный телескоп. Эмпай, да ты куда, ты куда? Теперь мне пора, меня ждут дела. Ой, топугал. А если бы она взорвалась? Конченый. Сука. Смотрите, сюда, душа. Так, ну окей, мы нашли какого-то, на удивление, челика. Да. А теперь надо сходить к драконам. Остались только драконы, и вроде бы все. Так, и... А хотя нет, еще наверху же, там вот где вот эти чучела для тренировок стояли. Надо к ним еще зайти. А это вот где-то вот здесь поворотик, да, можем сейчас зайти посмотреть. Это где он находился, собственно, на верхушке. Ну здесь бы... Вот я вот, вот этих мобов сверху видел, подожди. Сначала арбалетчика. Все, все, готов, 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 так. Душа. О, 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 нахрена, красава. Уважаю, вот за это я тебя уважаю. Молодец, помог мне. Взял, помог такой, типа, братан. Я его спасибо, мне помогает. Так, ой, блядь, от вас, у вас тут много, я слышу это. Братан, давай, 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 давай. Давай, 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 это. Во-во-во, а ты мне поможешь, да? Давай. Ну, красава, давай, давай, давай. Это знаешь, это бил бой века. Мы должны поучиться у него. Может, он меня чему-нибудь научит, каким-нибудь ударом? Куда бы я ни отправлялся, вокруг лишь голодный. Да душ безумца. Остался ли в Болитарии хоть один разумный человек? Так я оттуда. Я с Болитарии, братан, ты это. Все, все там нормально. Переключить? В смысле? А... Ебать. Че ты творишь? А как понять, переключить? О, блядь. Да не трогай меня, у вас тут свой бой, все. Рыцарь справится, это. Я его спас, пусть он теперь на меня работает. Я не знаю, на какую буковку вот это У или что она означает? Треугольничек. Треугольничек. Что за треугольничек? Не-не-не, тут еще один, тут еще один. Подожди, ты че? Тут еще двое, ты че ушел? Ты че ушел? Дебил! Дебил, ты че ушел? С, может Эску? Может Эску? Нет, нельзя. Ну нельзя, ладно. Нельзя так нельзя, сейчас, подожди. Он ушел, сука, бросил меня. Вот не доработал, короче, взял и снял с работы. Говнюк. Вот, сука, вот. Тут такое кривое управление, чуть-чуть лоханешься и все, он тебе сносит пол хп. Просто на ровном месте. Так, осколок острого камня, осколок твердого камня. О, по три осколка еще, нифига. Прикольно, ладно. Хорошо. Так, ну, облутали, короче, вот это место. Все, теперь бы нам это... Теперь бы к драконам дойти. А что, чучело, можно их бить? А, нет, нельзя. Игра слишком старая, чтобы бить чучело. Тут нельзя еще было бить чучело. В какой-нибудь, думаю, DS3 можно было бы. Здесь, наверное, нельзя.
Так, ладно, так это куда? Он уже убежал, что ли, так далеко? А, о, а что ты тут кругами ходишь? Ты же в Болетарию хотел идти, алло, чувак. Что-то берет кругами, теперь ходит. Так, ладно, значит, все, посмотрели. Идем к дракону. Дракон не так уж далеко здесь находится. Надо подняться по верхушке. А потом мы, когда к нему дойдем, опять вернемся через запасной выход. Там есть. И попадем уже на костер. Сейчас вот как-нибудь побыстрее нам бы добраться до него. Вот эти вот улички, они мне уже надоели. Вот. Уже хочется чего-то нового, а не вот этот замок. И вот здесь я помню, здесь надо, короче, бить вот эту херню. Да. И они такие, сейчас всех задавлю. Вот, сейчас там один пока дракон, если вдруг ты не помнишь. Либо ты тут впервые. Вот, там сейчас один дракон, а сейчас еще появится второй, который будет мне все руинить. И сейчас где-то будет справа стража, вот, где-то вот почти сразу. Почти сразу, где-то вот... А, нет, слева, сейчас пойдет слева первый. Потом на мосту до хрена будет. Да, во. О, давай. О, хорош. Блять, да вы че ебанулись? Я на них, помню, умер. Бля, да иди нахуй. Иди нахуй, сука. Иди просто нахуй, я тебе отвечаю. Такую херню творите порой, пацаны. Ага. Ну, тебя можно и так все. И так сколько ножичков потратил. Не хочу просто хп на них тратить впустую. Сейчас еще там будет на мосту, хрен пойми, что творится. А хотя мне же на мост не надо, по сути. Мне же не надо вроде на мост. Я же могу вроде сразу вот так вот просто. Просто прямо, ой, налево точнее вот сейчас пройти. Здесь уже сразу драконы, их два, блядь. Есть вероятность, что я умру. Большая причем. Тут надо быть аккуратным. Надо держаться, насколько я понял. Вот к этой стенке, а к нему прям не подходить. То я не облутаю. Так, давай, давай. Давай, давай, идем, 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 идем. Не трогай, не трогай, не трогай. Я тебя не трогаю, ты меня, блядь, не трогай. Тут что-нибудь есть? Нет. Сука. Да, тут что-то есть, окей. И что тут? Осколок обелиска. Не знаю что, но... Трава полуния. Ну, прикольно. Так, ну, в принципе, все. Да, я туда не зайду. К самому дракону. Это, видимо, потом, когда я уже прокачаюсь. Стану прям крутым. Невзъебенно. Блять. Не кричи. Вот когда станем крутыми, я вернусь. Я тебе обещаю, я вернусь, если мы станем крутыми. Я вернусь и тебя отпинаю. Понял, да? Ты меня понял? Я тебе сказал. О, такой рот открыл. Да, 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 блядь. Я тебя понял. Возвращайся, как подрастешь. А вот со вторым драконом непонятно. Вот у него он просто что-то хвостом шевелит. Живой он вообще или нет? А, в общем, я пробежал сюда. Вот где я нахожусь. Ходил в Nexus. Понакупал себе трав вот этих вот полумесяца, на всякий случай, мало ли что нас ждет. И купил какой-то точильный камень, который восстанавливает прочность оружия правой руки. Вот. И теперь мы находимся на мосту, который будет скоро обстреливать дракон. Его надо пройти очень быстро, насколько я понял. Надо просто щемить. Щемить со всех ног. Вот знаешь, вот что у тебя есть. Вот просто бежишь нахуй. Бежишь, блядь. Как? Как он меня убил? Я бежал. Я бежал. Он меня в прошлой серии точно так же убил, блядь. А я бежал очень быстро. Я даже щит не держал, он меня как-то убил. Единственное, что я думаю, надо бы мне чуть правее пойти. Я лево пошел, где доска была, нам бы правее пойти. Может быть, тогда бы он меня не убил. Так, сейчас тут надо медленно пройти. Тут надо медленно... Ой, блядь, восстановить чуть-чуть выносливость. Да-да-да-да-да. Душ, я знал, что такая херня случится, поэтому я сходил в Nexus заранее, да. Закупился, что не надо, купил, что надо, тоже купил. И теперь вот, теперь выживаем. Так что мне не страшно даже вот те 116 душ, которые там валяются. Я их даже... А, они вот здесь упали. Типа, они их даже сюда заспамнили с расчетом на то, что... Иди нахуй. Иди нахуй, сука. Они их заспамнили с расчетом на то, что, блин, он вернется. А, может быть...
Может быть, тут надо подождать, когда он... Ой, теперь, наверное, надо бежать. Все, я понял. Надо бежать. Он разрушил все препятствия. Это было задумано. Сука. А как? Как, собственно, блядь, туда? Вы что, ебанутый, что ли? Вы совсем угораете надо мной? Подождем. Сейчас, нет, он должен прийти, короче. А может быть, мне надо что-то активировать? Иди-ка ты нахуй. Да, вот, все. По сути своей должен успеть. Блять, да как? Как сейчас-то не успел? Мы постоим, понаблюдаем, что вообще этот вот кадр у нас сделает. Странная пряность. Я могу, конечно, съесть странную пряность. Я могу, но, блядь, толк от этого будет, нет? Будет или нет? Ну-ка, вот стою, вот где ты? Вот где вот сейчас ты? Ты же должен по скрипту прийти на мост. Показать, что ты крутой. А тебя нет, Ты только сработаешь, когда я приду на середину моста. По-другому никак, я уверен. Странную пряность, конечно, какую-то съел. Вот смотри, вот я сейчас иду. А он такой, блядь, оп. Просто оп, знаешь, вот такой нежданчиком. Вот ни с того, ни с сего. Вот появился и такой ебашит. Это было опасно. Я боялся, что я не успею, сука. Единственное, у меня в самый последний момент созрела мысль, что там слева была какая-то херня, за которую можно было спрятаться. Да. Сейчас вот это заберу. Вот это вот надо забрать. Ты что, добро что ли пропадать будет? Ха-ха, иди нахер. О, добро я не отдам, понимаешь же. Лох, тупо лох. Ага. А, блять, у нас же еще вторая половина моста. Охуенно. Я вообще не представляю, как ее пересекать. Но он сейчас ту ебашит. Он как бы ту ебашит, мне пока что похер. А вот здесь что-то... А что здесь? И непонятно. Вот непонятно, вот еще... Будет ли он сюда идти? Сука. Сука, страшно, блин. Он такой непредсказуемый, такой непонятный. Как он себя поведет в той или иной ситуации? Ну, мне кажется, по мосту это бесполезно. Он летает. Вот сейчас мы посмотрим. Как он тут будет реагировать. Ага, блядь. Давай. Еще тебя тут не хватало, понимаешь, да? Вот жизнь и так охеренно тут. А еще и ты, блин. Ой, ты меня еще... А почему? Самое интересное, на него у меня не делается цель почему-то. Я нажимаю... Вот теперь сделалось, а до этого я делал цель, она не делалась. Сука, какой ты уебищный все-таки. Ну-ка, а если наверх? А что-то, блядь, мне страшно наверх, знаешь ли. Страшно наверх? Не, он эту часть ебашит. Все нормально. Все. Нет, все. Все не совсем нормально, я так скажу. Меня ударили, блядь. А, ты еще и хилишься, да? Да ты не охренел ли там случаем? Ага, не надо. Такого говна не надо. О, подожди, здесь что-то. А, нет, все, ничего не выпало. Блин, я не знаю, страшно наверх идти. Вот реально страшно, я боюсь, что он меня убьет. Сука. Пиздец, я прям сыпую. Подожди. Не пойдет? Нет, не идет. Он ебнутый, все нормально. Он заскриптованный и ебнутый. Все окей, можем здесь ходить. Это радоваться жизни там. И
прочая херня. Да, ему вообще похер. Ему вообще похер. Так, все, забираем. Деревянная там какая-то херня. Что-то новое нашел. Так, ну я это лучше от греха подальше все-таки спущусь. Я лучше спущусь, похожу здесь. Он, наверное, меня просто не видит, хотя я вот только что был под ним. Как он меня не заметил? Почему он меня не стал это стрелять своим огоньком? Какой-то он странный. Он, наверное, чисто любит по мостам ходить, патрулирует мосты такой. О, да. Да-да-да, патруль, блин, нашелся мне здесь. Так, а это вообще что такое? Какие-то тут лабиринты ебашут. Какие-то собаки по звуку. Непонятные. Хрен пойми, куда еще идти. Я иду, иду, иду. Ага, бля. Ага. Ага, крыса. Да, 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 да. Ой. Ой, крыса, не удалось. Не удалось по меня ударить, бедняжка. Сука. Вот я вот, я буду... Я буду ходить щитом. Ага, вот, вот так и знал. Я так и знал, что какая-нибудь подляна будет. О, да вас тут много, я так посмотрю. Так, стоп, 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 стой. А ты че уходишь? А, у вас тут еще двое, ебать. Да вот тут чисто арбалетчики. Пати арбалетчиков. Вот так, кстати, это... Кстати. Кстати, не надо, у меня он стрела в спине. Это, подожди. Подожди. Так, ты уйди отсюда, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, сейчас. Так, вот я вот этого специально ждал, когда один начнет стрелять, его во второго ударить. Так, а там... Там... А... А, лол? Лол, здорово. Ты кто? Спасибо. Уже второй раз. Чувак, благодаря вам теперь я могу идти дальше. Вот знак моей благодарности. Прошу, примите его. Трава лунной затмения. Чувак, я уже встречал тебя второй раз за серию. И мне непонятно, как ты попал сюда через решетку, когда она закрыта. Сука, тут даже никакого ни рычага, ни хрена вообще нет. Как ты здесь оказался, блин, братан? Вообще, как тебя зовут? Ты бы представился. Я вот козлахай, понимаешь? В точно таких же доспехах. А ты вообще не пойми кто. Сука. Могу представиться хотя бы для приличия. Это я-то понятно. Я молчу постоянно. Вот ужасно, совсем осталось в живых. Так же? Как же? Как же все это произошло? Father. Отец! Че, я твой отец, что ли? Ну, кстати, у нас с тобой одни доспехи. Было прикольно, если я был твоим отцом. Это было прикольно. Так, а слушай, ты же мне дал там какую-то херню, какой-то меч там вроде бы. Я вот только не знаю, нормальный меч, нет? Физически... А, 80. Ебать. Ебать, атака огнем, подожди, ебать, мой ебать. Ой-ой-ой, подожди, блядь. А почему? А, это надо, короче, вот здесь брать. Да, деревянная палочка. Заклинание 114, ни хрена. Наиболее распространенный инструмент заклинания. Чтобы использовать заклинание, вы должны выполнить следующие условия. Вы учите заклинание, вы заполните выученное заклинание, вы используете палочку, у вас есть необходимое количество. А, нифига. Так, подожди, а вот, подожди. А, это копье, я знаю, что я не могу его использовать, а вот это вот... А, вот недостаточно навыков, все понял, так, подожди, где этот? Вот он, да, вот он, на месте. Я могу же бить, да? Ну, взмахи, конечно, какие-то медленные взмахи. У старого меча шире диапазон, но я попробую, посмотрим. Как он будет бить, но насколько... Вот плохо, что здесь нет сравнения по урону. Типа... Ой, я его случайно выкинул. Подожди, он от... Да, вот, ты его сюда. Оружие правой руки 97... 85... А, 97 ты или ты 97? Я вот чуть не понял. Но это должен быть больше, потому что... Я его прокачал. Верно же? Типа, вот короткий. Наверное, у меня не короткий. 88 плюс 9. Да, 97, а это 85. Понял, все. Значит, мы тебя этот убираем. Нет. Как? Нет, не убираем. Мы с тобой побегаем. Так, для интереса. Там какие-то собаки непонятные. А может быть, кстати, и мне и не надо по мосту идти. Мне, скорее всего, просто надо под мостом пройти, чтобы это... Тот меня не убил. Все. Или...
идем. А, да, блять. Ага. Ага. Я понял. Так, а главное туда не упасть. И главное, чтобы он сюда не начал рычать. А то если он начнет здесь рычать вот это огнем, то это все, это беда будет. Ой, собаки! Это волки, блин. Лучше не знать, как они бьют. Или он по мне ударил вроде раз. Вроде по мне раз ударил. Но я не понял. Я среагировал быстро просто. Ага. А нет, больно бьет, больно. Блять, больно. Толпой еще. Ты че, блядь? Ебанутый, что ли? Какие-то волки, значит. Ну я услышал такой. Я сразу понял, что тут что-то не то. Какая-то тут херня происходит. Да, конечно, конечно. Я такой слепой не увидел, как ты меня стрелял. Конечно. Но я попрактиковался этим мечом, конечно. Он прикольный, но он слабый. Все-таки мой старый мне нравится больше. И да, мы прошли под мостом, который обстреливал дракон. Как-то интуитивно это у нас получилось. Просто вообще взяли и прошли. Не стали даже пытаться идти по этому ебаному мосту. Я кого-то вижу. А, торговец, да? Да. Ну вот, мы встретились вновь. Подумай только. Надеюсь, найдет что-то подходящее. Прикольно, я тебя помню, да? Ты какой-то смешной старикан, который это такой... Типа четкий мужик. Так, зажигательная бомба. Кстати, вот зажигательная бомба — это имба. Это реально имба. А че палец? А зачем палец-то? А че он дает? Физа так? А, молот? Прикол. Ну, блин, палец, ну... Это как-то... Палец, а не спалится. Не знаю. Ой, 6000 клеймор. Еба. А у меня нет 6000, сука. Я потратил. Я все бабки потратил. Если бы я знал, что у тебя есть такое оружие, я бы взял. Сука. Есть ли смысл у него сейчас тратить вообще на что-либо? Я думаю, нет. Тяжелое время, а? Уверен, у вас есть, все образуется. Я уверен тоже. 614 душ лучше покопить. Конечно, можно было бы потратить на дурачка, потому что, ну... Я уверен, я могу умереть. Блять, а что это у него за спиной такое красивое? Это надо будет обойти потом сверху, видимо. Обойти сверху, туда спуститься и взять. Хорошо. Хорошо, так, поднимаемся сейчас аккуратно. Идем щитом. А то всякие сюрпризы бывают. То волки, то вот эти вот нежить, которые прячутся за углом непонятно зачем. Все убить меня просто хотят. Выжить здесь практически невозможно. Уж больно суровые условия. О, здорово, пацаны. Вот я так и знал. Ебать. Подожди. Ни хрена. Подожди, а что, дракон прилетит сюда, нет? Походу нет. Это надо дальше пройти по мосту. Плохо, 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 что я скажу. Очень плохо. Так бомба вас всех ваншотнул за меня. Блять. Ну, там лут, кстати, на мосту есть. Там вроде неплохой лут. Сейчас, подожди. Все, все, отойдем лучше. Ну, подожди, у меня же есть это, че я парюсь? У меня же есть вот... Ты. И все. И все, че паримся вообще нахер? Ну блин, я не знаю. Но он уже на этой части моста, он уже здесь ходит. Типа, туда нет резона вообще как-то проходить, хоть там и куча всякой херни, которая валяется, может быть, мне пригодилась. Но нет, мы туда не пойдем. О, лотос воина, прикольно. Мы туда не пойдем, но он как-то вот... Он как-то вот этого не убивает. Вот надо понаблюдать, как. Он доходит до повозки, получается. Вот смотри, он доходит до повозки. Вот смотрим. И как-то ему не убивает. Прикольно. Блин, столько добра валяется. Так подобрать хочется, но... Но нет, мы рисковать не будем. Не-не-не-не. Потом, может быть, если... Войти в туман. Если я найду какую-нибудь сохранёнку. Так, но перед этим... Можно подняться наверх. Постараться посмотреть, что тут. Он будет обстреливать? Я вот все боюсь, что он начнет верхушку обстреливать. Это капец, как страшно.
Ой, блядь. Сука, у меня на него цель наметилась. Блядь. Ай-я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 й. Так, тяжелая стрела. Там под лук. Кстати, может быть попробовать в него в лука, с лука пострелять? Как бы тоже неплохая идея, я бы сказал. Сейчас, подожди. Уйди отсюда, все. А, я вроде как подобрал лук. Сейчас, сейчас, я просто, мне просто интересно, насколько много я ему буду брать и сносить хп. Ну-ка. Это интересно. Ну-ка, это надо вот сюда. Вот композитный лук. Ну, кстати, он сносит неплохо вроде. Да. Вот смотри, берем лук. За место щита. И я, конечно, не знаю, как стрелять. Но в первую очередь надо цель на него. Ебать, как тут все сложно. Но это надо отсюда тогда. А, у меня и стрел 0, я понял. Блин, а как-то по-уебански тут стрельба, если честно. Вообще, вообще неудобно. Кто будет в здравом уме здесь играть за лука? Это же пиздец. Ну, у меня были стрелы, вот самое интересное. Вот тяжелая стрела. Чем тебе не нравится эта стрела? Что-то я не понял. Или он хочет, чтобы, короче, у него в одной руке был лук, а в другой стрелы? Серьезно? А как еще это, как этот бред еще объяснить, если он не хочет стрелять, а стрелы у меня есть? Что-то я вообще не понимаю. Или может он хочет, чтобы я положил его на правую руку? Так, вниз не надо, снизу я пришел, значит, мне надо идти в туман. Все. Все, идем в туман. Блять. Страшно, конечно, но. Ого, все, все, подожди. Ша, подожди, подожди, давай, давай. Ага, блять, конечно. 10 раз, блин. Ну тут большой мост, тут я не пробегу до Талова, скорее всего. Может быть, ему надо сюда прийти? Да, ему надо сюда прийти, блядь. Красава, всех убил. Ага, вот теперь только... А вот теперь только это, да. А, он, короче, делает рейд. Он два моста ебашит. Он сначала заднюю, видимо, часть, а сейчас переднюю побежит, да? Да, все. Ну побежали, похер, блять. Нет, не побежали, нет, не побежали. Не побежали, нахер, подожди. Подожди, может я бы не успел. Надо более взвешенно к этому подходить. Ебать. Сука. Чуть меня не уработал. Еще чуть-чуть он бы меня уработал, так. Ну тут сыкать, ну тут надо как-то. Тут надо, подожди, вот сейчас. Вот сейчас он вернется, вот. Возвращайся, возвращайся. Возвращайся. Ой, молодец, молодец. Все, все. Мы побежали. Я даже не буду ничего брать. Потому что я боюсь. Мне страшно. Мне очень страшно. Ой, ебать. Уйдите нахуй. Уйдите нахуй, я вам говорю. Ой, ебать. Не, ну это пиздец. Это пиздец. Это пиздец, пацаны, но я не подписывался на такое. Понимаете? Вот не надо, вот это уже лишнее. Вот это лишнее, я лучше войду в туман. И пусть будет, что будет, блядь, там босс. Сука. Ебать, он большой. Я не справлюсь с таким дядей, вы чё, угорать, что ли? Ещё какой-то мужик. Ой, и арбалет, блядь. Может, мне бежать надо? Может, мне реально надо бежать просто? Ебать.
я не буду что делать. Ой, твою мать. Ебать. А как с ним драться? Может, мне съебаться надо? Можно я съебусь, пожалуйста? Реально, можно съебаться? А, нельзя. Нельзя, надо под ноги ему. Надо идти под ноги, я понял. Надо быть под ногами. Но только я не подготовился, ничего, да? Я вообще не подготовился, если что. Бля, все, вот. Началась движуха, началась жара. Я сейчас побегу с самого начала. Да. Короче, минус косарь душ. Это автоматически. Минус косарь душ. Просто на ровном месте. На этом ебучем мосту, который непонятно, как правильно проходить. И либо ждать в стороне слева, либо пробегать его очень быстро. И да, самое сочное здесь то, что надо бежать. Бежать через всю локацию, через все говно. Через все говно, которое я прошел, которое я комментировал, старался, потел. Ты должен бежать по новой. Слушай, братан, а ты-то куда пойдешь? О, давай ебашь. Ебашь, ебашь, молодец. Давай ебашь, ебашь, ебашь. Ебашь, 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 ебашь. Ебашь, ебашь, давай, 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 братан. Вот. Вот мы с тобой, по сути, находимся в одной лодке. Вот чё бы тебе бы не пойти со мной на босса? Блять, ну вот эти вот. Я не хочу с ними драться, вот как-то пытаться. Пусть он разбирается. Пусть работает, защищает меня, идет на босса, бьет его вместе со мной. Я не одобряю ту херню, которую мне игра дает. Чтобы я сейчас брал и бежал через всю локацию. Да, этот еще и хидец. А этот вообще мимо бьет. А этот мимо эти кидает, я понял. Я понял, блядь. Чё с ним, блядь? Прошу, не надо, я думал, мы... Мы, блядь, союзники, сука, ты просто не сто... Да. Решил подобрать предмет, пожадничал. И умер. Браво. Просто браво. Вопрос. Такой, знаете, риторический. Я пробежал через мост, но каким-то хреном. Просто непонятно. Как-то Волкин учуяли, видимо, меня. И поднялись наверх. И сейчас, блядь. И сейчас они пытаются меня убить. Когда это просто незаконно, блядь. Я решил пробежать мост, рискнул, значит, а тут вот такая херня. Просто пиздатая. И самое интересное, они забаговались, да, но тем не менее, они мне все равно могут нанести урон. Охуенно, блядь. Demon Souls просто это любит удивлять, так скажем. О, ебать. Да, охуенно. Просто охуенно. Ну давай, сладенький, ну сладенький, давай, 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 давай. Молодец, блядь. Ой, бля, иди нахуй просто. Я отвечаю, иди нахуй. Иди нахуй, и меня ждет сейчас встреча. Встреча с братишкой. Угу. Пиздец. Иди нахуй. Просто иди нахуй. Отвечаю, блять. Отъебитесь от меня, ебаные лучники, сука.
Как вы заебали. Ага, нано. Так, стоп, 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 стоп. Вот это опасно. Вот это уже опасно. Так, подожди. Раз, отходим. Ждем. Ждем, отходим, ждем, отходим. Сейчас, подожди. Давай, давай. Бей нахер, все, ждем. Раз. Блять, нет, 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 подожди. Да ты тварь. Блять, взял и подлечился. Так, подожди, подожди, подожди. Лучше подождать. Еще раз подождать. И, блять. Сука, заебешь, да два раза ударю. Два раза ударю, косарь, душ, трава, да, точильный камень, спасибо, да. Вот, только, сука, да, сейчас. Все. Быстро. Главное, чтобы дракон не подошел, все. Блядь, эти ебучие лучники, они суки просто, они твари, блядь. Ай, я в ахуе. А, похоже, закрыто, ну конечно, к ним хай ты хрен. Понял. Я не хочу в ту комнату идти, вот, хоть убей, я не хочу туда идти. Вот просто всем сердцем не хочу. Понимаешь, да? У меня 7 этих есть. Смолы. Да, если ты вдруг заметил. Я смазал, короче, меч смолой. Он стал у меня гореть. Стал такой весь охеренный. Можем взять лук. И... Да, и проебать стрелу. Спасибо. Спасибо, игра. Да, стрелу, конечно же, вернуть нельзя. Это ты чё, блять, какой Dark Souls? Вот Demon Souls, если будет, можно будет... вернуть стрелу. Что это такое было? Что это было, блядь? Нет, не стреляй. Блядь, как он быстро стреляет. Даже отменить нельзя. Я, может, просто тетиву натягивал, а он уже стреляет. Ну что за бред, а? Боже, лучникам это рент. Пиздец. Кто придумал эту механику ущербную? Сука, еще и звук подлагивает. Спасибо. Так, смотри. Они меня не видят, да? А я такой, смотри. И вот как они, вот чисто делаю, как они такой. Беру. Вот так. Ага. Давай. Ты че, блять? Ты че, охренел там хилиться, а? Не надо, вот хилиться не надо. О, молодец, все хорошо. Мог бы, конечно, с меча, но хотел с лука понтануться перед лучниками. Да, я еще нашел какой-то камень. Камень этот вроде должен меня воскресить. В случае чего, если того, что я умру. Да, душа неизвестного героя. Но опять же, я не знаю. Может быть, он имеет какой-то другой эффект, который я не так понял. Так, а это что? А это яма туда, да. Это яма к боссу. Собственно, сейчас я покажу этот камень. Я его нашел, когда-то умер. Прям перед смертью подобрал его. Где он? Я его не вижу, подожди. Я его не вижу, это надо лучше вот здесь. Здесь он сразу у меня есть. У меня их два даже. Вот, используй только, когда персонаж в форме духа. После первого применения она распадается и исчезает. А глаз камень частично испортит воскрешать персонажа. Но опять же, я не понимаю, он типа воскрешит меня вот когда я умру после босса или типа как? А это синий камень. Глаз доказать того, что вы были приняты увековеченными как убийца демонов. Когда вы умрете, принять форму духа, используйте это, чтобы отправить метку души. Этот предмет может быть использован только в форме духа. Метка души отправляется в другие миры и вас призывают оттуда в качестве фантома. А, если вам удастся победить там демона, вы будете воскрешены. А, нифига. А какой смысл в этом? Белый глаз, белая тень, все глаз ко мне управляют призывом фантома. Используйте, чтобы отправить вызванных фантомов и выходные родные миры. Изгнанные фантомы не будут воскрешены. Вы также можете вернуть свой собственный мир из миров, которые были призваны в качестве фантома. А, но это для онлайна. Онлайн-то работать не будет, по-моему. Да, у меня сервера же закрыты. Так, у Нексуса... Типа, отправлять персонажа обратно в Нексус. Нахер надо? Так, осколок обелиска, который разбросан по всему миру, отправляет игрока обратно в Нексус. Смысл, блять, у меня есть кольцо. И теперь их обелиски, которые увековечно оставил старейшина, были забыты, и теперь их грызут мыши. Ха. Так, это латунный телескоп. Вероятнее всего, этот предмет из относительно развитого региона Южной Болетарии.
на дальнее расстояние, ну прикольно, но оно мне сейчас не надо, типа. Все, типа все. Собственно, я не знаю, может быть, мне этот камень пригодится. Сейчас мы это посмотрим. Вот, я не знаю, есть ли смысл меч так точить или что. Ну, он не точится, значит, нет смысла вообще. Да. Ладно, нам надо идти до этого босса теперь. Конечно, сомневаюсь, что я его сейчас убью, учитывая мои прошлые попытки. Так. По ногам, я понял. О, ебать. Ну это жестко. Это жестко. Это жестко. Я в ахуе. Ой, а я увернулся? Я увернулся, да? Я увернулся. Ой, не. Блять, с этим управлением. That hairpin. Then she didn't make it after all. My dearest little baby. Но покоится нас миром, да. Могу я попросить тебя об одолжении? Ну, давай. Ой. Дать нефритовый заколка. Короче. Последний не успел прочитать. Не думал, что это войдет в выпуск. Но, значит, войдет. Внезапно я хотел... решил. Посмотрел немножко в инете. Вообще, типа, как быстро перекатываться. Потому что перекат его слишком, моего персонажа, медленный. И понял, что мне надо снять броню как-нибудь сейчас, пытаться переодеться нормально, чтобы уворачиваться от так-того босса. Он медлительный, но бьет он по радиусу большому. И поэтому вот, мне пришлось как-то вот сейчас... Я не знаю, буду думать, что делать с лишними шмотками. И вот он, какой-то челик вот этот, который я доспехи отдавал ему на хранение, сейчас что-то про заколку задвигает его дочери. You're давай. Ты святой. Thank you. Спасибо. Thank you so much. Спасибо огромное. Да. О, чуть не забыл. Ну говори, говори, давай, я слушаю. It's not much, but это немного, но прошу, прими это, знак благодарности. Мне немного совестно говорить, но я нашел это выкинутое на главную дорогу. Но оно, кажется, имеет странную силу. В любом случае, я думаю, оно должно быть у тебя. Ему будет лучше в твоих руках. Кольцо силы Титана. Ебать. Какой ты щедрый. Короче, значит, он попросил... Я нашел какую-то заколку, хотя я не помню, когда я ее мог найти. Вот. И мы ему отдали. Так, и снова здравствуй. Я продолжаю пристально следить за твоим добром. Будь уверен. Да, конечно. Так, давай, чувак, надо тебе что-то доположить, потому что, ну, у меня слишком много лишнего и, наверное, херни. Вот, к примеру, короткий меч. Нахер он нужен? Я думаю. Ты тоже так думаешь? Я тоже так думаю. Все, мы его убрали. Копье. Копье, вот копье, да, мы вес предметов 70... А, вон, 71, это типа сколько у меня, да? А так я даю меч, вот. Сейчас мы положим все лишнее, чтобы не быть такими уж медлительными. Смотрим. Я оцениваю вес по перекатам. Если перекаты быстрые, значит вес нормальный. Вот сейчас вес нормальный. Я делаю быстрый перекат. И так и должно было быть. Вот. А сейчас смотрим, что еще у нас. Подожди. Нет, это надо вот сюда заходить точно. Я все забываю. А теперь эти и эти. Будешь ты быстро перекатываться? Нет, все. Медленно стал перекатываться. Значит, надо что-то ему снять. Может, ботинки, типа. Вот смотрим. Нет, все равно медленно. Медленно. А до этого он даже медленно перекатывался со шлемом. Очень плохо. Вот сапоги сейчас сниму. Вот смотри, снимаю сапоги. Он перекатывается быстро. И это заебись. А если я сейчас еще щит положу, это ему еще без щита. Это как он будет? Да, все, медленно. Медленно, потому что щит. Кстати, щита нету почему-то. Щит что-то не прогрузился. Да, и тут какие-то сообщения. Используя оружие обеими руками, можешь побить вражескую защиту. Ну, прикольно, да. Чтобы использовать заклинание чудеса, вы должны сначала их изучить. А вот эти подсказки, по-моему, они от игроков, которые могут оставлять в онлайн. Нерасторопно. Вот такой перекат, как бы да, еще. Но, опять же, меня будет месить только так. У меня он с голой голени. И на руках ничего нет, просто меч в руках. Пиздат. Пиздата, что сказать. И выживай как можешь. Так, увеличит макс запас всех вес. А, увеличит макс вес предметов. Подожди. А давай-ка вот сюда тебя зафигачим. Да, все, прикольно. Ну, не знаю, сейчас попытаюсь
Вот что-нибудь с таким. Не билдом, но с таким обмундированием сделать, попробовать убить кого-нибудь. Но думаю, это не поможет. Да, вот эта вот тварь, вот она просто не в тему вот сейчас. Короче, я понял, что все-таки, как минимум, добежать до босса в легких доспехах практически невозможно. Там тебя бьют со всех сторон, и ты как хочешь, так и выживаешь, да. И я активировал, что я активировал? Я активировал камень, про который я говорил, и понял, наконец-то, в чем его эффект. На самом деле, все было гораздо банальнее, чем я думал. Просто у меня стало максимальное количество хп. Я же, типа, умер до этого. Тут, как бы, такое правило. Если ты умираешь один раз, то, как бы, ты уже умер, а сражается твоя душа, не твоего настоящего тела. И поэтому ты, как бы, неполноценный при второй жизни. А сейчас я эту неполноценность восстановил с помощью этого камня. Но, тем не менее, это ничего не меняет. Я не знаю, как убить этого ебаного босса. Там куча лучников, и мало того, что я не знаю, как его убить. Я банально не могу даже до него добежать. Это пиздец просто. Я не представляю вообще, как, блядь, вот... Заебал, блять. Как ты, сука, заебешь нахуй. Да, охуенно. Пробежать не могу. Ебать. Нифига. Прогресс, блять. Я прошел чуть дальше, чем должен был, да? Наконец-то дошел на лестницу. А что же будет дальше? А вот я не знаю, что будет дальше, блять. Вообще не представляю, что будет дальше. Сука. Я в ахуе, просто в ахуе от этой игры, блять, с этого управления косячного. Вот просто ненавижу я это управление, на нем невозможно играть. Как у меня горит, бля, как у меня горит, вы не представляете, как у меня горит, боже, вот просто горит, полыхает. Сука. Интересно, можно как-нибудь увеличивать максимум ОЗ? Я не знаю, может быть и можно, но пока что нельзя, видимо. Вот, я пытаюсь. Я думаю, что у меня ХП увеличится как-нибудь. Тенденция мира, да, давайте почитаем на боссе про тенденцию мира, чё бы нет. Да, да, все что угодно, но не бить босса, потому что босс это жесть. Это реальная жесть. И даже хилку не сожрать. Потому что та слишком много восстанавливает. Самое разумное, что я могу сейчас сделать, это просто взять и активировать смолу. Блять. Охеренно. Минус один, блять. Минус два, я понял. Он что-то пытается меня ударить, но у него не выходит, это хорошо. Непонятно, будет он мне наносить урон сквозь стены или нет. Лучше этого не проверять. Лучше не проверять. Сука, непонятно. Я не знаю, как он действует. Но я так похожу, поубивая стражников. Стражники, да, самая тема убивать. А он бы мог бы сейчас по мне попасть. По сути, он бы мог бы попасть. Бля. Ой, бля. Я еще такой медлительный, сука. Просто вот... Вот в этих доспехах, вот. Я прям как он. Ага. Блять. Все, у меня уже, кстати, кончилось. О, да, и давай он туда, конечно же. Конечно же. Давай. Че бы и нет. Да, туда падать. Конечно.
Конечно, блядь. Ой, ты туда упади. Да, да, все падайте, вот знаешь, вот. А, ну вроде не умирают. Он вроде как по ним попадает. Ой, бля, и они по мне попадают. Охуенно. Ага, блядь, увернулся, но... Но это медленно. Кувырки в таких доспехах, они просто бесполезны. Мне хана, я его не убью, я его не убью. Я уже сколько вот пытался до него добежать, но я его не убью. Бля, нет, это медленно. Это нереально медленно. Единственное, что я могу сделать, это взять, поменять щит на вот этот рабский, да. Тогда он сейчас будет быстро делать перекаты. И есть шанс выжить, но не убить. Ты не пройдешь нас. Вот они так поют. Не пройдешь нас, мы вырвем тебе глаз. Да, все, медленные перекаты вдруг стали. Просто медленные. Да. Ты не пройдешь нас, потому что ты лох, да. С маслом, блин, масло, не знаю, нет, наверное, смысла активировать. Его лучше оставить. Лечит отравление, да использовать даже нечего, сука. Просто ничего, блядь. Единственное, я теперь побыстрее стал. Это единственный плюс. Это просто все, что у меня есть, блядь. Он его убил, да? Или я его убил? Я даже не понял, кто кого убил. Все настолько быстро происходит и непонятно, но я понял, что издалека с ним бесполезно. Сейчас эту сожрем первую, все. Дальше двойка, вот шестерка, трава стареющей луны. Вот она, по-моему, более-менее еще устанавливает. Не так много и не мало. А та что-то прям вообще жирная. Бля. Пиздец. Там эти еще ходят, я в баху. Как он их не убьет? Вот как? Просто... Вот как драться? Я не знаю. Я знаю, что ему надо... Сука, не пугай так. Я знаю, что ему надо по ногам попадать. По ногам. И не более того. Ага. Ну, давай, будем пытаться, чё. О, увернулся, да? По-моему, увернулся. Да. Не за исключением двух лучников тут на земле. Ничего, да? Это совсем ничего. Это вообще ничего, вот так, знаешь. Так, херня какая-то. Да. Ага, охеренно. Давай. Ага. Ёпа, ну вот как он по мне попадает, блядь. Ага, уворачиваемся. Я не знаю как, но надо уворачиваться, сука. Я не понимаю. Я не знаю. Охуенно. Ага. Ага. Камерой как хочешь, так и управляй. Ага. Что-то нога дымится. Все, хорошо. Уходим, блядь. Пиздец. Вот он та хуйня мне мешает. Она мне мешает. Блять. Да как так? Как, сука, так? Ебаный в рот. Иди нахуй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как это неудобно, сука. О, да. Но я уже некоторые атаки его запомнил. Ой, ебаный. И сколько... Да вот так неудобно уворачиваться от этого говна. Ой, бля. Ага, да. Вот. Сука, урод, блядь.
ебаный брод. Бегу. Все, все елки просрал. Бегу. Пиздец, какой-то... Я вообще в аху, как под него подстроиться, под это ебучее управление? Он такой большой, а я маленький. Против маленького я бы выгреб, а вот против этого тут только уклонение. Так, ну подожди, короче, только так. Только так, что-то так подобрать. Да, трава полмесяца, она сейчас бы мне не помешала, конечно, но ее активировать долго. Охерительно. Ну, просто охерительно. О, горит, да. Ты горишь, мужик, ты горишь. Ты горячий. Я это понял. Ой, бля. Горит, я сейчас тоже сгорю. Он меня зажал еще. Ага. Так, ну, я немножко понял его атаки, но проблема в том, что непонятно с этой камерой. Вот это просто беда. Ай, он что-то забаговался. Походу он что-то забаговался. Ой, ебать, ты что на меня падаешь? Дебил! Давай, бьем. О. Ой, бля, толкается, сука. Толкается. Мразь. Короче, я взял, закрыл игру. Есть такой один лайфхак. Я вот только что буквально про него узнал. Если закрыть игру до момента смерти, тогда они у тебя оказываются на месте. Да. Раз игра кривая, то приходится придумывать под нее под свои правила. И если сейчас мне повезет, я окажусь прямо на боссе. А если нет, то нет. А, я оказался прямо на вход в босса. Да, я оказался прямо около комнаты босса. Да. Уйди нахуй отсюда, я понял. Да, все пошло по новой. Это охерительный лайфхак, чтобы не бежать с начала карты. Только так можно выжить, сука. Да, вот только так. Я понял. Охуенный лайфхак. Те, кто проходит на эмуляторы, делайте точно так же. Потому что к этому ужасному управлению приспособиться невозможно. И бежать постоянно через всю карту, нахрен оно надо. Вот. А когда ты спамнишься рядом с его комнатой, это охерительно. Только есть шанс, что могут заспамить без хилок. Все, я его убил. Отлично. Попытка, блять, хрен знает какая. Охуенная попытка очередная. Да. Я пытаюсь убить этого босса, а именно сначала, блять, лучников. Да. Игра такая говорит: не болтай! Не болтай, сука, а работай, блять. Этот босс на самом деле он не такой уж и сложный, если запомнить все его атаки и его, блять, поведение. Порой не всегда удается, сука, делать правильные вещи. Но с каждым разом у меня получается это все лучше и лучше. Да, давай. Сейчас он скоро упадет. Сука, давай. Давай, он сейчас щит кидает щит. Все хорошо. Кидает щит, блять. Так, все, он упал. Он упал, и мне нужна его голова. Все, отлично, делаем по красоте. Давай. Так, отходим. Так, надо его ноги, блять, а не голова. Подождем, он теперь делает два удара подряд. Даже, по-моему, три удара подряд. И... Да, надо это... Надо... Блять. Надо быть аккуратным. Сейчас он назад прыгнет, наверное. Назад. А, нет, он щитом будет бить.
Он может вообще назад больше прыгать не будет. Как-то непонятно, непонятно, непонятно. Делаем потихонечку, потихонечку, не торопясь. Тут такое дело, что торопиться тут не надо. Тут, знаешь, тут надо запоминать и действовать потихоньку, чтобы все было по красоте. И все будет по красоте. Да, сейчас. Выносливость, правда, долго восстанавливается. Блять, да. Так, ждем. Он дикий. Я вижу, что ты, блять, с ума уже сходишь. Ну, не беда, ща я тебя угомоню. Давай. Ой-ой-ой, сейчас. Вот, отлично. Так, отходим. На всякий случай отходим. Так, вот тут опять он щитом ударил. Все, ждем. Так, теперь бьем. Отлично. Он опять упал. Блять. Упал не туда, сука. Я не успею его добить. Не успею, блять. Ну, сладенький. Ой, как мой хороший, Демон, он что, выпустили душу демона, силу хочешь такая? Сука, да, мне нечего сказать, это был пиздец. Он был на самом деле не столько сложный, сколько казался. Основная сложность этого говна была в том, что ты идешь, сука, через 10 тысяч миллиардов километров, а то есть через весь мост с этим ебучим драконом, через этих всех мобов. Это тебя утомляет, это тебя заставляет... Нет, возвращаться на кассу не будем пока. Это тебя заставляет идти быстрее. Ты начинаешь идти быстрее, ты начинаешь скосячить. Если ты начинаешь скосячить, ты начинаешь умирать, терять души, ты злишься, ты еще быстрее начинаешь. Это замкнутый круговорот, и надо... было взять себя в руки. Это во-первых, сука. А во-вторых, я понял, что этот босс, ну реально, тут надо быстрые кувырки делать. Потому что без быстрых кувырков, чисто если ходить рыцарем, прям полноценным рыцарем, ну сейчас-то я уже стану полноценным рыцарем, если ходить прям развешенным, то это бред. Это полный бред, потому что он вот этим щитом, он делает огромную атаку по области, которая просто берет и все руинит. Похер, есть у тебя щит, нет у тебя щита, хорошие, нехорошие доспехи, ты умрешь от этого практически. И поэтому я решил снять с себя штаны и рукавицы и затащил. И вот, когда он в таком обмундировании, переката, к сожалению, не хватает, чтобы взять и обойти его. И тем не менее, я потратил все свои хилки. Потратил я их вообще чисто по тупости из-за этих вот мобов, которые вас сдерживают бесцветный густой туман. Дальше могут пойти только те, кому... Ну, конечно. В смысле архидемона? Архидемона? Только те, кому... В смысле архидемона? Еще не понял, подожди. Подожди, какой архидемон? Я это... Да, и меня игра сбила в смысле, что я хотел сказать. Дворец Болитари, да. А, блин, я что-то хотел сказать и забыл. Сука. А, то, что я рукавицы и штаны снял. Ну, я... А что за архидемон? Ты архидемон? Слышь? У меня хилок нет, так что ты это... Так, подожди. А, нет. Подожди. Щит надо вернуть щит, сука. Все, давай. Блядь, пиздец. Я разучился от обычных мобов драться, пока с этой тварью дрался. Ой, бля. Ой, ебаный в рот. Ну, он меня ещё убьет. Он меня ещё убьет, да? А я, короче, возьму такой. Я убегу. Сука, надо было просто съебаться. Сейчас я съебусь в Nexus, я не хочу. Сука, я сейчас просто не выгребу.
против него драться. Потому что у меня мало того, что хилок нет, так еще и надо разгрузиться с душами. Так, братан. Да. Так, только там сейчас будет меня ждать сюрприз. Мы же помним, кто меня там ждет и любит больше всех в этой игре. Главное, чтобы он не успел по мне попасть. Все. Он не успел. Лох. А, кстати, ХП восстановили. ХП восстановили, блять. Вот только вот души. Вот у меня, я нафармил тогда 3000 с лишним душ. Сука, а сейчас у меня этого ничего нет. И непонятно, что за архидемон. Сука, что за архидемон? Я не понимаю, надо будет потом загуглить. Так, слушайте, я тут это... Я могу сказать, я разумно, да. Давай, оружие, короче. Ой, улучшить может, можно что-нибудь улучшить, можно и купить. А чё мы... Длинный меч? Блин, твердый камень, да ты чё? Это, чинить, наверное, надо починить и меч починить. И парус, ну парус так слабенько на самом деле. А вот доспехи, да, доспехи вот тут прям... Блять, ты чё не нажимаешь? Доспехи прям что-то плохо. Сломал он мне их к херам. Так, а купить? Чё купить? Блин, надо что-то купить, потому что я боюсь куда-то идти. Так, ты... Слышь, не подходи ко мне, не смотри на меня так. Так, короткий меч. И был у торговца какой-то вот дедок был. Блин, ну это опять же, это надо идти назад. У дедка был какой-то меч за 6 косарей. Что-то такое у него было прям кайфовое. Я не знаю, стоит ли брать. Я же могу проебать души. Сука, вот не знаю. Ой, не знаю, а улучшить, подожди, улучшить длинный не смогу, а вот парус. Парус тоже не смогу. Сейчас заживем, да, конечно. А! Подожди, братан. Говорить, купить предмет. Трава. В конце концов-то, у меня травы-то теперь нет, я бомж, все. Официально я бомж. И только такая трава, да? Все, охуенно траву я просрал. Да. Так, короче, надо убрать вот это вот подальше вообще. Вот эту траву, она очень слишком хорошая, чтобы ее тратить. Вот кровотечение можно поставить сюда. Я вот в интерфейсе более-менее разобрался. Вот. А, у меня же есть... Ой, бля, подожди, я же могу душу активировать. Точно, но это не здесь. Потому что здесь-то покупать особо нечего. Да. Так, братан, ты впустишь меня? Ты впустишь меня? Ну впусти! Я с тобой душу одну дам. Не свою, конечно, но да. Или ты мои хочешь? Он хочет только мою душу, видишь, он за мной идет. Он говорит, нет, мне нужна, блядь, твоя душа. Я обиделся на тебя, ты случайно по мне замахнулся, порофлил надо мной. Теперь я тебе буду помнить это всю игру. Он злопамятный, он, а таким быть нельзя. Обелиск рыцаря башни, да, обелиск рыцаря демона башни, стенок замка и балетарий, переплетение улиц, скрытые ловушки толстым, да, Атлант. Блин, я не понял, что за архидемон? Архидемон, может быть, это типа, знаешь, будет своего рода финал, конец игры здесь будет, как в трейлере, есть же какой-то большой дракон, и типа, почему бы и нет? Бесцветный густой туман, дальше только текну. Я не знаю, что за архидемон. Стены... Ой, что-то все поплыло. Стены я все оббегал, тут никаких входов, выходов нет. Тайных. И по сути, эта локация пройдена. Теперь, точно. Но, опять же, так, ну сюда мы не пройдем. А опять же, мне надо к дедку зайти, который торгует там всяким добром. Ну, блин, я очку туда идти, потому что меня могут сейчас убить. Hello, здравствуйте, чем могу помочь? Да-да. Это конец Великой Балетарии, которую мы знали. Ну, чёрт, демоны хотя бы не посылают нас на смерть твою. Да-да-да, молодец. Так, вот. У тебя уже ассортимент по такой почётче. И чтобы это, надо что-то такое взять. Это клерк, это какой меч? Можно тут этот 6 килограмм, но он что-то много весит. Это палаш. Клеймор, очень большой прямой меч. Конечно, как прямой меч, но его чаша значительной степени требует исполнения обеими руками. Его сокрушительные удары быстро истощают выносливость противника и легко ломает его защиту. Ну как-то скучно, знаешь. Это прямой широкий... Ну, давай возьму. А этот же типа...
Однако его колющие атаки комсит это недостаток. Быстрое оружие, носящее большой урон, мягко плотен, но имеет ограниченное действие, металлическую броню, кочурные доспехи. На похер возьму. Так, а что еще? Я не знаю, арбалет, легкий арбалет. А почему легкий? Двушку. Ну, арбалет можно взять как вариант, потому что болты-то падают. И типа, чё бы нет? Чё бы не взять арбалет? Так, палится. Длинный меч. Блин, ну вот эту херню жалко, что не возьму. Ну ладно. Когда-нибудь в другой раз. Так, а чё по доспехам? Я просто не шарю, нормально ли тут доспехи? У меня вот это пластинчатый шлем. Физическая... А, жалко, что своим нельзя сравнить прям сразу, чтобы не уходить. Смола — это тема. Я понял, что смола — это просто имба. Да, и купить, допустим, вот травки, конечно же. Много травки. На косарик. Штук 10 так. И все, такую траву, конечно, я не куплю. Она слишком дорогая. Вот зажигательная бомба, кстати, да, вот это тоже. Можно две взять. Все, я бомж. Официально я бомж. Да, спасибо за все. И теперь мне бы, знаете... О. А что это за труп? Я что, не обобрал тебя? Прикол. А теперь бы мне для всего хорошего вернуться бы в этот Nexus, там Nexus же он называется, да? Вернуться бы туда, но блин, это камень же у меня есть, там какой-то был. Возвращает Nexus потери душ. Да идите вы нахер, отправляет обратно Nexus. Во, типа. А близкие которого векачествуют старейшие были забыты теперь. А, ну вот я понял, в чем разница между кольцом и этим. Это как в Кот Вейне был какой-то шприц, который тебя отправляет в лагерь с дымкой, а есть без дымки, вот, ну. Сколько у меня? 391 душа, ну. Я экономный. А, подожди. А вот это нельзя, у меня же тут еще куча есть всякой херни, да. Я как раз рядом. Ой, ебать, рядом с торговцем, конечно же, использовать сейчас. Так узнать вид на расстоянии. Ну, да, все. 13 касиков, однако, да. Здорово, еще раз. Hello. Да. А давай-ка купим у тебя все-таки. А, купим, наверное, купим. Наверное, купим, да. 6К. А, вот, может пригодится. Не знаю, сейчас оставлю все там, и там будет видно. Вот, 6К. Так, ну доспехи нет смысла, они, ну, единственное, может по весу они меньше моих. Вот это, допустим, 9,6 броня, 3,8 голова. Я сейчас даже сравню. Thanks for that. Так вот, 9,6 броня, 3,8 голова, вот давай. 11, а, понял. Тогда понял. 9,6, 1, ну да. Ой. Да. Ну, блин, я не думаю, что стоит на эту броню вообще как-то тратиться. Она дефолтная, как у стражи. Зачем она мне? Она мне не нужна. И, в принципе, все, наверное. Ну, нет, не все. Наверное, я еще что-нибудь куплю. Сейчас, давай бомбочки, давай штук. Так. 8 бомб. Ебать, как все деньги-то ушли. А 6 этих есть? Можно стареющие луны? Да? Все, залутались. Хотя, спасибо, братан, все. Мы залутались, значит, если предвидится какой-нибудь торговец в дальнейшем, это будет хорошо. Так, все, 16 травы, и мне надо взять, короче, и... Да, давай это. Сейчас, я случайно пролистнул. Да. Хотя, можно было бы с потери дымки, ну ладно. На будущее. Она-то осталась сейчас. Я уберу на всякий случай. Все хорошо. Да, около мадамы стоим. Рыцарь после тяжелого долгого боя вернулся в Nexus, чтобы встретиться со своим другом, да? Что такое? Ты еще силы душ? Ну, а что такое? Ну, наверное, да? Да, будет так. В конце концов, тебе нужна сила. Так вперед, коснись демона внутри меня. О, пусть нечаянные души станут твоими. О, ну давай. Еще души, да, что ли? Обратиться к мощи душ? А это что такое? Блядский рот, ты чё молчала, что... То у тебя есть что-то такое.
Я еще не... А... Как оно прокачивается? А как, собственно? Как бы у меня не дают выбора, понимаете, да? Или может то, что мне душ мало? Да. Нужно душ 724. Блять, так обидно, мне так обидно давно не было. Сука, и продать нельзя. Самое интересное, продать ничего нельзя. Остался, блять, без душ. А игра-то уже сохранилась. Все. Игра сохранилась. Осталось 111 душ. Было сейчас 13 косарей. Я потратил столько, блять, душ на всякую хуйню. Зато, блядь, у меня есть куча бомбочек. Ну, навыки их. Я и думаю, как у меня так мало хп, по-любому можно это прокачивать, а? Да, да. Давайте тогда на этом закончим данную серию. Час, наверное, я там отписал, может, больше. Как получилось. Фиаско такое со мной произошло, но ничего страшного. Думаю, я еще нафармлю куча душ. Локаций тут еще много. С крепостью Болитария, значит, мы закончили, я так понял. Облазили все. Дракона, правда, я пока не потяну. Это потом, в дальнейшем, когда я уже раскачаюсь, прокачаю хп, это выносливость, броню, вот эти все характеристики. И только потом я смогу пойти там на этих двух драконов, которые один спит и один вот мне все время мешал, да. Надеюсь, вам понравилось. Если это так, то, пожалуйста, оставляйте комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ваша активность мотивирует делать выпуски как можно чаще. Ну и всем пока.